Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и я сооснователь магазина аренды детских товаров «Аренда Kids». В этом видео я расскажу вам про качель for moms, как ее собирать и как разбирать. В комплектации у нас есть центральная дуга, две боковых дуги, дуга для игрушек, фиксатор боковых дуг, блок питания и провод AUX. Входит основной блок, основная ткань, вкладыш для новорожденного и три игрушки. Начинаем собирать качель. Сзади у нас есть фиксатор для центральной дуги. Открываем его, берем дугу и вставляем в отверстие. Закрываем фиксатор. Берем фиксатор для центральной дуги и до щелчка. Дальше есть боковые дуги. На боковых дугах есть обозначение А, Б. На фиксаторах дуги также есть обозначение А, Б. Соответственно, вставляем сюда. До щелчка. Здесь также есть обозначение D и C. И здесь D и C. До щелчка. Застегиваем. И с другой стороны также. И ткань фиксируем здесь на заклепке. С одной и с другой стороны. Берем вкладыш для новорожденного и в отверстие просовываем держатель. Дальше берем два ремня, просовываем сначала в ткань. Дальше в вкладыш для новорожденного. Берем дугу для игрушек. Здесь есть штепсель, его важно не вырвать. Он держит дугу для игрушек. Вставляем боком и аккуратно прокручиваем. Берем игрушки и вставляем в дугу для игрушек. Черно-белая сторона для деток 1-2 месяцев. Дальше можно уже переворачивать на цветную сторону. Берем блок питания. Сзади у нас есть отверстие для него. Вставляем. И уже вставляем в розетку. Все. Для того, чтобы правильно ее поместить в коробку, необходимо, чтобы блок был с левой стороны, если вы смотрите лицом на качель. Соответственно, ожидаем, пока он придет в левую сторону. Выключаем. Дальше снимаем игрушки. Аккуратно поворачиваем дугу для игрушек и вытаскиваем. Убираем ремни. Вытаскиваем вкладыш для новорожденного. Отстегиваем ткань. Снизу и сверху. И отстегиваем молнии. Берем либо отвертку, либо что-то тоненькое, чем мы можем надавить вот в эти дырочки.
вытащили одну дугу и вторую. Снимаем фиксатор боковых дуг, также берем, здесь нажимаем и тянем наверх. Открываем фиксатор для центральной дуги, вытаскиваем дугу, закрываем фиксатор, вытаскиваем блок питания,